Здорово, это Шамшурин, и это видео о том, как можно читать женщин, слыша, что они говорят, видя, как они себя ведут. 99% мужчин не представляют, насколько это просто, если научиться этому, если понять базовые законы общения человеческого вообще и начать наблюдать. Это очень сильно тебе пригодится, потому что здесь есть небольшой пример, самый простой и элементарный, и примитивный. И прежде чем я эту историю расскажу, в двух словах, у меня есть небольшая нарезка моих подходов, моих знакомств с девушками, которую ты еще не видел. Это чисто начало того, как можно открывать девушек, то есть несколько примеров. Они находятся здесь по ссылке под этим видео. Там ссылка на тренинг «Волшебная таблетка от страха знакомства», который сильно тебя вдохновит, и ты сможешь преодолеть свои какие-то страхи, волнения, дискомфорты, и сможешь легко подходить и знакомиться с красивыми девушками, переборов все свои ограничения. Обязательно зайди и посмотри. Итак, смотри, был такой случай недавно в Минске с нашим клиентом. Мы его консультировали с Тиграном, и он увидел девушку, которая прошла мимо, там села за несколько столиков, подошел к ней и начал общаться. Видно, как она хорошо реагировала, там поправлялась, заинтересована. Но есть момент, что он говорит там, типа, давай пообщаемся. Она говорит, ты знаешь, я выхожу замуж. А он говорит, а как там, что там, почему? Она говорит, ну вот дело так, да выглядит так, что вообще-то я не собиралась. Он сильно накосячил, мой мужчина, очень сильно накосячил. Там подвел меня и так далее, вот. И если бы он не купил мне однокомнатную квартиру, я бы отказалась, я бы не согласилась. Ну и там бла-бла-бла. Еще немножко повыпендривался. На что наш клиент отреагировал не совсем правильно, потому что у меня на тот момент еще не было опыта. Он не увидел заинтересованность в себе пока еще, но мы ему дали обратную связь. Он как бы что-то там решил повыпендриваться в ответ, и он говорит, ты знаешь, я бы тебе ничего не купил там. Ну и вообще общение сошло на нет. Почему он так сказал? Потому что ему показалось, что она выпендривается, ну, вполне основательно. Во-вторых, он понял, что, ну, типа, выходит замуж, там, что там дальше ловить. Ну и, типа, в принципе, такой человек, ему нравилось общаться так дерзко. Но интереснее не это. Интереснее то, почему женщина так сказала, что значит ее слова, о чем они говорят и что нужно было услышать, вообще увидеть из этого поведения. Это элементарный, простой пример, но он говорит очень о многом. Когда ты начнешь понимать это, когда ты начнешь это читать, у тебя очень сильно изменятся твои результаты. Смотри, зачем она так сказала? Ну, во-первых, я считаю, она хотела повысить свою значимость в ее глазах. Потому что зачем еще ей там вот выпендриваться, что там мне купили квартиру, я такая крутая, я такая значимая и так далее. Во-вторых, если она хотела повысить свою значимость в ее глазах, у меня есть определенные вопросы к ее самооценке, к ее ощущению себя. То есть если человек достойный, как бы ощущает себя так, значит, зачем ему вообще что-то там, какую-то цену себе набивать? Тут есть еще один момент. Раз она ему это все говорила, значит, он ей, в принципе, понравился. Потому что зачем ей человеку, который ей не нравится, там, первичное и внешнее, перед ним повышать свою значимость. То есть это нелогично. Далее, это показывает ее человеческую глупость, потому что зачем посторонним людям вообще говорить вот такое? Во-вторых, когда она говорит о том, что свой мужчина, вот ее мужчина там накосячил и так далее, то есть она выносит ссоры из СБ, она далее его принижает, потому что она дала прямым текстом понять, что, ну, мол, если бы он не купил мне квартиру, я бы не согласилась идти за него замуж. То есть простыми словами, вообще-то он еблан, но он меня подкупил. Вот так это выглядело. То есть его личность, как бы, она ничего не стоит для нее. Ну и следующее, она, получается, показывает, что у нее есть какая-то цена. То есть она, мол, продается, она назначает себе ценник. Если бы я знакомился с девушками и выбирал бы женщину себе для отношений, я бы уже услышал в ее словах вот эти вот вещи. Я бы сделал такие выводы. Когда ты научишься, это будет происходить очень быстро и на автомате. Здесь есть такой большой плюс. Когда ты видишь, что девушка, допустим, не годится для отношений, то есть ты сразу слышишь какие-то вещи, которые для тебя неприемлемы. У тебя понижается значимость ее, и это понижение значимости положительным образом скажется на процессе соблазнения. То есть ты понимаешь, что она красивая, классная, я бы, в принципе, занялся с ней сексом. Соблазнять такую женщину было бы тебе уже гораздо проще, если бы ты понимал, опять же, что значит ее слова, а не просто слушал мимо ушей. Тем более, что несмотря на это, в целом все признаки и невербальные, и там остальные показывали о том, что, ну, она, может быть, даже готова была там дать ему телефон, если бы он не начал выпендриваться в ответ. Здесь немножечко не хватило понимания и гибкости. Значит, и мораль этого примера такова, что если ты будешь понимать женщин, читать их поведение, слышать то, что они говорят, скажем, просматривать куда-то дальше, то твое общение и с мужчинами, и вообще с людьми, оно сильно качественно улучшится, ты будешь видеть людей насквозь. Женщины здесь очень хороший тренажер, потому что женщины очень часто манипулируют, очень часто говорят одно, делают другое, очень часто
выдают информацию, которая, если призадуматься, она ведет к определенным последствиям. То есть, когда ты на них натренируешься, ты сможешь уже больше получать от людей того, что тебе хочется, и не наступать на какие-то обидные, неприятные грабли, и, в общем, чтобы тебя сильно не обманывали и потом не разочаровываться. С женщинами ты будешь всегда на шаг впереди в плане своей головы, в плане своих мыслей, в плане ходов. А когда ты на шаг впереди с женщиной, это самое важное, что нужно мужчине, потому что ты главный, ты контролируешь, и даже если ты делаешь вид, что окей, сделаем так, как ты хочешь, ты все равно эту ситуацию повернешь под себя. Это очень полезный навык. Как я уже сказал, таким образом ты сможешь видеть женские манипуляции, если они есть, и как-то с ними работать, их утилизировать. Ты сможешь сразу же с первых минут общения распознавать истинную женскую сущность, чтобы потом не наделать ошибок, чтобы потом не провалиться под каблук, чтобы потом не разочароваться там тебе, чтобы не наставили рога. Ну и вообще, чтобы ты точно не ошибся в своем выборе. И самое главное, что женщины при таком твоем поведении, они будут тебя воспринимать как очень интеллектуально более высокого человека. И они сами будут, не зная сами почему, тянуться к тебе и хотеть, чтобы ты был рядом с ними. И для того, чтобы научиться понимать мотивы женского поведения и вообще понимание мотивов людей, тебе нужен тренинг, который называется «Средство от женских проверок и манипуляций номер один». Он идет в комплекте с тренингом, который называется «Волшебная таблетка от страха знакомства». И все это ты сможешь приобрести за абсолютнейшие недорогие копеечные символические деньги для того, чтобы каждый мог получить эти знания и внедрить их. Самое главное, чтобы ты их не обесценивал, они для тебя хоть какую-то копейку должны стоить. Здесь по ссылке под этим видео, там же, как я уже сказал, ты сможешь посмотреть нарезку из нескольких моих подходов. И обязательно тренируйся на женщинах, потому что потом, когда ты понимаешь людей, читаешь людей, слышишь между строк, это очень круто поможет тебе в жизни. Ссылка там под видео. Скоро стартуем с 22 по 25, открывается окно продаж.